Перевод группы BMI Russian по заказу автоклуба «Ветерок». Молодежь очень мало знает о моей жизни и моем прошлом. Если бы я сказал, что когда я начинал, то хотел создать больше, чем один автомобиль, я бы соврал. Но я даже не осмелюсь сказать, что у меня был какой-то амбициозный проект, коим все стало. Я бы сказал, что все шло своим чередом. Рожденный в автомастерской, будучи ребенком, я всегда думал о машинах, всегда их обожал и всегда говорил, что настанет тот день, когда я тоже смогу создавать собственные машины. Для меня каждый гоночный автомобиль — это как сын. Это как продолжение самого себя. Вы гордитесь за сына, когда он успешен в учебе, когда он лучший в классе. И те же эмоции испытываешь, когда превращаешь какую-то бесформенную штамповку в живой механизм, в гармонию звуков. Перевод группы BMI Russian по заказу автоклуба «Ветерок».